Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня обзор топ-10 из третьего каталога Oriflame. Я по традиции всегда выделяю закладочками 10 продуктов, на которые я особенно хочу обратить внимание своих клиентов и ваше тоже. Итак, первая страница в этом шикарном каталоге, который посвящен празднику 8 марта, это, конечно, тот самый разворот, на котором мы видим, во-первых, очень красивые продукцию, очень красивую продукцию, и в набор входит мыло, крем для рук и гель для душа. И если заказывать весь набор целиком, то скидка больше, всего 299 рублей набор, и пакет подарочный идет бесплатно. Подарочный пакет в подарок. Шикарное предложение. Я думаю, что каждая девушка захочет получить в подарок такой красивый набор, все это с цветами, с бабочками и с таким нежным цветочным ароматом, поэтому однозначно первое место этому набору в преддверии праздников. Следующая страничка отдается набору кремов для рук. В этот набор входит 3 крема. Меня покорил дизайн. Просто это вот я как акварелист-художник вам хочу сказать, что это просто завораживает, вот эти краски, сочетание цветов, как это все исполнено. И если бы мне подарили такую коробочку, я бы прыгала от восторга, потому что для меня всегда самое главное не цена подарка, а именно его ценность, его красота, и, конечно, дизайн играет большую роль. Посмотрите на это чудо. 30 миллилитров каждый тюбик. И все разные ароматы. Один аромат гордени, роза и сирени. Ну, посмотрите, ну как можно устоять перед таким набором? Всего 349 рублей акция в этом каталоге. Поэтому запасаемся. Я буду дарить такие наборы своим подругам. Буду делать заказ и подарю. Кому-то можно подарить, кстати, один тюбик, не обязательно весь набор, в зависимости от того, сколько вы готовы потратить денег. Следующая страничка, тоже набор, и это набор, моя любимая серия, мед и молоко. И в этот набор включается жидкое мыло 300 миллилитров, густое, концентрированное, ароматное, которое не сушит кожу. Очень люблю это жидкое мыло. И второй продукт — это бочонок 250 миллилитров нежности, ухода, мягкости и аромата для нашей кожи, целый стакан крема, который хватит очень надолго. Итак, 2 продукта, всего 499 рублей, и нужно указать 2 кода, и тогда, значит, пройдет по акции. Слушайте, это здорово, 499 рублей, отличная цена, классное предложение. Следующая страница, ой, нечаянно оторвала закладочку, и теперь догадалась, какая страница. Конечно же, это помада. Помада по 119 рублей. Вы такие цены где-то встречали? Я уже давно не встречала такие цены. Помада будет выглядеть вот таким образом. Серия On Color. По-моему, здесь 26 оттенков. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется... Ну, посчитайте, да? По-моему, 26. Посмотрите, классный простой дизайн, современный. Очень удачные оттенки в этих помадах. Я использую вот мой оттенок, он называется теплый ореховый 38776, а это новая помада, которую меня заказали, никак не отдам клиентке, поэтому решила вам ее показать. Чем она мне нравится? Плотный классный цвет, который наносишь, и сразу его видно, приятный аромат, помада увлажняет, абсолютно не сушит, при этом она хорошо держится на губах, даже если делаешь какой-то перекус, попьешь чай, кофе, она не стирается, хотя это не стойкая помада, но она мягкая, комфортная, классная. Кто ее заказывал хоть раз, потом постоянно ее заказывает, потому что она очень всем нравится. Следующая страничка, я ее отдала крему для рук, все-таки я выбрала в серии Novage очень много продуктов, и это не единственный продукт, которому я отдала предпочтение. Чем мне нравится этот крем для рук? Он меня удивил, когда на руках появляется гречка, называется, да, такие пигментация, то это старит кожу, это выглядит не очень привлекательно, поэтому я могу сказать на 100%, что этот крем убирает пигментацию, при этом он увлажняет
кожу рук, и она становится визуально моложе, мягче, более плотная. И вы можете почитать, конечно, про этот крем, но мое мнение о нем лично мною проверенное. И плюс еще SPF 25, поэтому сейчас, когда начинается активное солнце, чтобы защитить кожу рук, нужно использовать классный крем NovAge. Поэтому обращаю внимание, что он сейчас по хорошей цене, всего 419 рублей. А что подарить подружке или маме или коллеге? Кого-то хочется вот побаловать настолько сильно, что вы готовы даже потратить кругленькую сумму, примерно 699 рублей. Да, и этот подарок приводит всех в восторг, потому что румяна в шариках серии Giordani Gold, они вот ну просто легендарные. Вот что угодно мне говорите, есть, появились румяна и в других фирмах тоже, но Oriflame — это первая компания, которая показала этот продукт на рынке. До Oriflame я ни у кого не видела, может быть, конечно, и были, но не знаю, почему-то ассоциируются с Oriflame эти румяна в шариках у всех. Итак, что же это за румяна? Вы видите на моих щечках сейчас эти румяна. Мой оттенок, естественно, сияние. Здесь у нас будет два варианта. Один — персиковое сияние, второй — естественное сияние. И, кстати, здесь же еще есть пудра в шариках, которая дает эффект молодой кожи. То есть такая комбинация оттенков, светоотражающие вот эти все частички, наносим на кожу, и она и молодая, и сияет, и холеная, и отдохнувшее лицо. Вот удивительный продукт, и если вы его еще не пробовали, рекомендую себя тоже побаловать. И я думаю, что вы наверняка уже полистали каталог и обратили внимание на эту дорогущую помаду, которая стоит со скидкой 499 рублей, целых 10 оттенков. И у меня сейчас на губах, надеюсь, притягивает ваше внимание помада, которая называется гранатовое колье. И это просто шок, шок от ее дизайна. Металлический футляр, настолько красивый, классный. Я хочу все помады, начиная с розового атласа, потом идет розовый нюд, карамельный нюд и лиловый муар. Я хочу их все, представляете, 2000 вложить в помады, и даже как-то вот и не жалко, хочется. Посмотрите, какая это красота. Что с этой помадой интересное, если вы заметили? А как вы могли заметить? Но я вам сейчас расскажу. У меня нет сейчас контурного карандаша, я накрасила эту помаду просто без контура, при этом мои губы сразу стали какие-то пухлые, гладкие, такие классные. Вот честно, я не могла от зеркала отойти, мне уже Миша говорит, идем снимать видео, а я не могла налюбоваться на свои губы. И ощущение ментола на губах, то есть такой холодок приятный. И у меня даже ощущение вот этой свежести, оно уже долгое время сохраняется. Вначале оно было прям сильное. Она увлажняет губы, дарит такое наслаждение, и цвет просто нереальный. Отпечатывается. Это не стойкая помада, но она классная, она крутая. И это еще не все. У меня еще три закладочки. Даже получается, наверное, 4. На одном развороте мы находим акцию. При заказе на 1500 из этого каталога нам становятся доступны 2 мега скидки. Первая скидка на пептиды, это сыворотка для упругости кожи, серия NovAge. Я вам обещала, что будет NovAge еще раз. И эти пептиды идут курсом, то есть мы их делаем курсом 7 дней, утром и вечером наносим на очищенную кожу половинку ампулы, то есть утром половинку, вечером половинку, нанесли, впиталась, наносим сверху крем утром дневной, вечером ночной, соответственно. И с первого раза я увидела эффект упругой кожи, то есть она стала плотная, даже вот эта кожа на шее, которая вот со возрастом становится дряблая, она за одну ночь у меня подтянулась. Поэтому я всегда заказываю теперь эти пептиды, вот сейчас открыла и начну сегодня ими пользоваться. Давно собиралась, все время откладывала то одно, то другое, но сегодня точно начну пользоваться, потому что хочется всегда хорошо выглядеть, нравиться себе, окружающим, получать комплименты. И у нас есть для этого NovAge Procuticals. В этой серии у нас помимо пептидов есть еще и сыворотка с ретинолом, и с витамином С, и что-то еще.
Но мои любимые — это пептиды. И второй продукт, который также мы можем заказать со скидкой, это омега-3. Омега-3 тоже влияет, кстати, на красоту нашей кожи, волос, мозгов, чтобы голова работала. Я думаю, это уже не новость про омегу-3. Уже, мне кажется, все знают, что этот продукт нужно постоянно принимать. Пьем вовнутрь. Роскошная цена — 1399 рублей, ну просто красота. И обычно я не рекламирую в топе ароматы, ну не знаю, трудно подобрать один аромат, чтобы он всем понравился, но сегодня я точно буду говорить про аромат. И этот аромат Poses Absolute. В серии Poses у нас уже три аромата в этой линейке: просто Poses, Poses Secrets и теперь Poses Absolute. Абсолютное наслаждение. Просто сладенький немножко, легкий, нежный, очень высокая концентрация стойкости, максимальная. И этот аромат древесно-фруктовый. Это, мне кажется, не часто встречается такое сочетание, чтобы фрукты и древесные нотки были вместе. Вы влюбитесь в этот аромат, как в него влюбилась я. Мне он очень понравился и подошел. И он действительно стойкий, отлично держится, немножко мне на лицо попало. И мне так приятно, от меня пахнет. Но вот обращаю ваше внимание, что аккорд граната, он чувствуется больше всех других нот. Но в этом аромате более 80 нот сочетается. Представляете? Какая красота. И самое интересное, что приобретая такой аромат, вы получаете возможность за 99 рублей заказать набор из роскошной продуктовой линейки Essence & Co. Я вот держу два продукта, это жидкое мыло и лосьон для тела, но у вас будет возможность заказать другую серию с маслами шафрана и пачули. Но за 99 рублей это просто роскошное предложение. И еще и праздничный пакет в подарок. И последняя страничка, и это последняя закладка. Тональная основа антивозрастная, серия Giordani Gold. 5 оттенков. И я знаю, что многие очень любят эту тональную основу. Она идет с пребиотической сывороткой. Кстати, она у меня есть, а я взяла другую тональную основу. А на лице у меня как раз именно ванильный, холодный, с пребиотической сывороткой. И это, ну, просто роскошная тональная основа. Я ее называю как поцелуй, потому что ее не чувствуешь на коже. Она легкая, невесомая, при этом выравнивает лицо и визуально его делает сразу моложе на несколько лет. И когда я только наношу один тонкий слой, я сразу начинаю себе еще больше нравиться. Вот такой мой топ. Мне кажется, даже 11 у меня здесь продуктов получилось, но я думаю, ничего страшного. Итак, я буду вам благодарна, если в комментариях под этим видео вы напишите свои любимые продукты, о которых вы будете говорить с клиентами, на чем вы концентрируете свое внимание или фокусируете свое внимание, и что вы заказали уже себе из новинок. Похвалитесь, буду рада вашим отзывам. А если видео полезное, с вас лайк и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, всего доброго, пока-пока.